Ще ми з місцевим самоврядуванням ще закінчили пару моментів, тому що з фінансами все зрозуміло. Є питання гуманітарні. Знаєте, що, в принципі, ми всі знаємо, ми з вами давно, ви давно в політиці, ми всі знаємо, що питання мови піднімалось кожен раз під виборами, під якісь вибори для того, щоб, знаєте, в 2012 році, пам'ятаєте, коли цей закон приймався знаменитий, тому що там були проблеми з виконанням соціально-економічних зобов'язань, тому підняли питання мови. І це постійно відбувається. Але в цьому ситуації зараз це дійсно питання для багатьох людей гостре. Воно роздуте, але воно гостре. Тому от права місцевого самоврядування у визначенні мов, які використовуються на територіях. Ну, Олександре, у нас сьогодні діє той закон про регіональні мови, який був прийнятий партією регіонів. Ну, ви знаєте, що коли закінчилась революція, спробували цей закон скасувати, а потім зрозуміли, що не можна зараз порушувати статус-кво в мовному питанні і не можна зараз народжувати додаткову агресію на Сході і Півдні. І уявіть собі, як міняється все в нашій рідній країні, коли львів'яни вийшли з ініціативою декілька днів розмовляти російською мовою для того, щоб вибудувати цей мовний міст, щоб підтримати Схід. Схід, я думаю, тепер, як зможе, буде хоч один день там в місяць говорити українською. І закон, який спробували скасувати, зараз його поновили, там Турчина вето наклав, і він реально діє сьогодні. Тобто регіональні мови, які були прийняті, вони сьогодні в силі, вони діють. Я хочу вам сказати, що унікальна історична можливість стати нам невід'ємним, нероздільним, єдиним народом. Я вас прошу, настільки треба до цього відноситися обережно. Це треба плекати і підтримувати. Нужно делать все, что мы только сможем сделать, для того, чтобы Восток, Запад, Центр, особенно в такую беду, как мы все вместе попали, чтобы мы чувствовали биение сердца друг друга, чтобы мы понимали проблемы каждого человека, который бы где ни жил в Украине, ощущал это как свои проблемы. Вы понимаете, мы имеем шанс стать такой семьей, которую уже никто никогда не сможет разлучить ни в каким образом и ни в каких формах. Поэтому давайте это ценить очень сильно. Поддержите Запад-Восток, Восток-Запад и сделайте лучше лишних 10 шагов. Просто моя семья, ну вы знаете, может быть слышали, что я родилась в Днепропетровске. Моя мама, моя семья говорят по-русски. Но я вот говорю по-украински и по-русски тоже. Но, дорогие мои, наша самая главная задача – построить счастливую и красивую страну. И говорить мы будем на всех языках, на которых умеем. Но мы должны показать и себе, и России, и Крыму, и миру, что мы в состоянии это сделать, что мы хотим это сделать и можем. Вот этому я готова служить столько, сколько надо. Я думаю, что каждый сегодня украинец этому готов служить. И когда Виатрович начал писать блоги на двух языках, ну это было что-то. Это было так красиво, потому что мы идем навстречу друг другу. Давайте сделаем так, чтобы этот путь никто не прервал. Нам нужно обняться очень крепко, очень. Юлия Владимировна, я к вам обращусь тоже на русском языке. Я сам русскоязычный. Вот я всю свою жизнь разговариваю на русском языке. Да, но у нас, но у меня в семье разговаривали на русском с примесью идиша, с примесью крымско-татарского, потому что у нас было такое окружение. И я для себя никакой проблемы, в общем, в этом не вижу. Мой ребенок сегодня разговаривает на двух языках, на русском и украинском, потому что я хочу, чтобы он имел возможность приобщиться к великой русской литературе, на которой вырос я, на которой выросли мои родители. Но я точно так же хочу, чтобы он знал язык своей страны, и он уважал. И он должен гордиться тем, для меня нет вопросов, какой для меня язык. Один умный человек, вы помните, все время сказал, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Поэтому мы сегодня обязаны исходить из того, что двуязычие Украины – это ее не беда, это ее благо. Это благо нашей страны, что наши люди имеют возможность говорить на двух языках. Если их будет больше, это будет прекрасно. И считаете ли вы возможным для себя, в случае, там, если ваша партия сохранит власть, в случае, если у вас будут возможности избраться президентом,
Я, честно скажу, я пересмотрел свое отношение. Я всегда считал, что в Украине должен быть один язык украинский. Это было мое мнение. Но, глядя на сегодня на ситуацию в нашей стране, понимаю, что язык может как разъединить, так и объединить людей. Давайте говорить о том, что почему нам не сделать два государственных языка, русский и украинский. Я понимаю, это идея может многим показаться, что русский он может поглотить украинский. Но если мы посмотрим с точки зрения того, что это сегодня сошьет страну, мне кажется, это та цена, которую мы должны заплатить. Вы знаете, я думаю, что сейчас закон о региональных языках, он дает вообще реально полную свободу. Вот что хотите, называется. Просто давайте мы не будем искать то, что нас разъединяет. А давайте мы, наконец, сделаем друг другу навстречу все шаги, какие только сможем, и поймем, что сила наша сегодня, она просто настолько мощна, что может изменить все. И хочу вот сказать, что не только Украину. Есть прекрасная россиянка Новодворская, которая сказала: «Дорогие украинцы, мы ждем вас в России с вашей вызволительной армией». Но это в переносном смысле, понимаете? Потому что она об этом сказала, имея в виду ту сумасшедшую силу духа, которую украинцы продемонстрировали на Майданах. И она это сказала, имея в виду, что мы уже меняем Россию. Вы понимаете? Но миссия у нас с вами такая. Менять Украину, менять Россию, менять мир. И мы с этим справимся. Но это тяжело. Просто это нужно сделать. И я хочу всем нам пожелать в этом победы и успеха. Да. Кстати, слава Виталий Балов, пожалуйста. Банду геть. А? Украине слава кричали. Украине слава, банду геть в Москве кричали. В России, в Москве, когда был этот марш мира, кричали «Слава Украине, героям слава» и «Банду геть». Понимаете? Украинским языком. И некоторые дети, которые вот родились в Украине во время революции, первое, что они сказали, это «Банду геть».